Эта выставка получила название «Три года в кадре». Работы разных авторов в стиле фэшн и бьюти объединяет не жанровая принадлежность, как это может показаться на первый взгляд, а то, что образы моделей создавались при участии команды визажистов под руководством Нины Романовой-Нарской. Когда я отучилась 12 лет назад, я сама для себя загадала, что у меня будет своя выставка. И, как обычно бывает, загадываешь и забываешь. А потом этим летом пришла вспышка, и я поняла, что пора. Очень много наработок, пора делиться с людьми, вдохновлять и подвести такую некую черту. 3 года еще не юбилей, но уже очень много. Много испытаний, много шагов вперед. Здесь собраны и фотографии, которые были рождены в результате тандема просто ребят, которые горят своим делом, просто фотографов, просто стилистов, просто визажиста, парикмахера. Есть работы, которые готовились как афиши к значимым показам города Челябинска. Есть проекты, которые были рождены в ходе работы студии. То есть здесь фотографии, я не могу выделить ни одну из них как любимую. В каждой из них моя душа, моя эмоция. И это то, как я вижу красоту, мир, женщину. Событие оказалось не просто модным и светским. Поддержать автора пришли самые родные, близкие люди. Горжусь своим ребенком, что она у меня такая красивая, общительная и творческий человек. Ну, конечно, я не ожидала, что вот она так поднимется, потому что, ну, в принципе, первым моим ее учителем была я. Я вначале как-то воспринимала выставку как просто портреты. И когда Нина мне начала показывать свои работы от одной работы к другой, как художественный образ, я увидела, что она просто художник. Причем ей свойственна гармония. То, что выражает лицо, подтверждает прическа и наряд. Я думаю, что если бы это было еще все цветное, то, наверное, это еще больше выиграло. Замечательно. Поэтому я думаю, что она нашла свое место в жизни. В программе вечера презентация документального ролика на тему дружбы. Об отношениях, привязанностях и взаимопонимании рассказывают давние приятели и единомышленники студии «Френды». Мы очень близко дружим, мы много работаем. И это так уникально, что ты можешь с суперпрофессионалом, быть суперпрофессионалом на площадке и быть совершеннейшей, ну скажем так, расслабленной девчонкой дома. Потому что это уникальное качество в ней, что она может и веселиться, и очень круто пахать, скажем так. Потому что это прям профи. Такой тандем, мы понимаем друг друга с полуслова, и я просто прихожу, говорю: Нина, вот нужно, например, вот это, и Нина все делает, и все прекрасно. Или в обратную сторону, Нина ко мне приходит, говорит: нужно снять вот это, и все происходит. Кроме персон из мира фэшн, в друзьях у студии представители самых разных сфер, в их числе и руководитель благотворительного фонда «Искорка» Евгения Майорова. Для города, для нас с вами красивые вещи, красивые люди, красивые места. Это важно, это наполняет эмоциями хорошими, красивыми, добрыми. И здорово, что Нина внесла вот такой благотворительный элемент в свою выставку. И мне кажется, это дополнило ее еще большим смыслом. Это очень здорово, когда успешные, красивые люди, красивые еще и изнутри. Благотворительность – это про красоту души, и у Нины она есть. За 3 года визажисты студии «Френды» приняли участие в десятках масштабных проектов. Успели поработать с лучшими моделями, фотографами, выпускницами, невестами, их мамами и подружками. Провели десятки мастер-классов, выпустили новых визажистов и не собираются останавливаться на достигнутом.